Свое изобретение тогда еще 9-летняя Анастасия Ашуркова придумала для младшего брата Жени, у которого были проблемы со зрением. Мальчик уже устал ездить по врачам, тем более никаких результатов это не приносило. И вот за дело взялась старшая сестра. Сконструировала прибор, способный исправить зрение в домашних условиях. Изначально это все было сделано из хлопушки и старой папки. И это все работало и действительно могло исправить зрение. После того, как мой брат занимался, у него действительно шел процесс. Технически оформить тренажер Насте помогла мама. Здесь, например, два режима, когда там был только один. Точнее, здесь даже их три. Вот. И именно так из обычной идеи это пришло к этому тренажеру. Тренажер для глаз под названием «Лечи-играй» – это две трубки, вставленные одна в другую. Внутри два изображения. Их помогал выбирать Женя. При вытягивании одной трубки фон отдаляется, и глаз фокусируется на той картинке, которая приближается. На тренажере необходимо заниматься около 3 минут в день. Результат был заметен уже через несколько месяцев. Я стал четче видеть картинку, когда, так, например, смотришь у нас из окна вдаль или пишешь у нас... Домашние задания задают, и ничего не размывается. Дальнейшим продвижением тренажера занималась мама Насти. Ольга Ашуркова сама инженер-изобретатель. Она разрабатывает различные методики по обучению детей инновационным способом проектирования. Когда мы получили заключение о том, что прибор действительно оказывает хорошее влияние на аккомодацию целлярных мышц глаза, соответственно, мы обрадовались, и я стала думать о том, что вручную уже делать довольно сложно. Прибор дорабатывали с офтальмологами, а также с педагогами. Нужно было сделать так, чтобы детям было интересно заниматься. Как будто вы смотрите на точку на стекле, ну такой старый прием, да, а потом смотрите вдаль. Желательно заниматься по очереди, сначала одним глазом, закрывая один, потом другим. Патент на изобретение был получен в 2015 году. Теперь портативный безлинзовый тренажер для глаз можно приобрести в интернет-магазинах. Продано уже более 5000 экземпляров. Прибор поможет детям лечиться с удовольствием и при любой возможности делать полезные упражнения для глаз. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.